Здарова всем, ребята, меня зовут Кента ПК, и прямо сегодня я вам покажу очень опасную банду читеров. Буквально в последнее время начал орудовать на просторах стендоффа один клан, который играет с читами постоянно и портит игру всем нормальным игрокам. Этот клан просто уже, ребятки, слетел с катушек, и я предлагаю прямо сегодня его остановить. Остановитесь! Поэтому, если вы, ребятки, против читеров, то, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал Кента ПК. Ну что же, а мы начинаем! MyStandoff.ru – это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. MyStandoff.ru. Это видео, которое вы прямо сейчас смотрите, вышло внезапно, потому что я не планировал снимать подобный видеоролик, а все потому, что мне начали очень часто скидывать именно этот клан и говорить, что он портит игру нормальным игрокам. Ну и куда же без пруфов, ребятки, давайте вместе с вами рассмотрим пруфы. Ну и самое обидное то, что это не обычные читы, это новые читы в соревновательном режиме, то есть из-за них люди сливают ранг. Ну что же, давайте смотреть более детально. Как мы видим, игра только началась, террористы еще не успели выбежать с места спауна, но уже победили, потому что этот читер по ником Луди Буст делает прострелы через все-все-все стенки. Ну что же, смотрим дальше. Вот обратно, это же самый человек обратно же победил, потому что он убил всех с респы при помощи АВМ. Дальше смотрим. Теперь при помощи АКР. Обратный самый ценный игрок. Ребят, я думаю, уже ни у кого сомнений никаких нет. Вот смотрите, чувак с АВМ делает минус 2. Просто, чтобы вы понимали, стата у этого чувака была 28-0. Я думаю, вы понимаете, что это, как минимум, не случайно. Ну, я думаю, и так уже всем все стало понятно. Но давайте я покажу еще одни пруфы. И самое обидное, что именно на этот клан мне примерно скинули 3-4 пруфа. Даже в официальной группе стендоффа делали эти посты. Ну что же, давайте рассмотрим детальней. Опять, еще один читер, уже с новым ID. Вы знаете, если читер принимает такую позу, мы с вами уже это знаем, да, мы с вами уже опытные ребята, мы уже видели читер-патруль, мы понимаем, что если чувак в такой позе, то это 100% читер. Чтобы вы, ребятки, даже не сомневались, я вам покажу, смотрите. Ну, без комментариев. Я предлагаю найти этот клан и выяснить, кто же все-таки в этом клане глава, какая же там у них у всех статистика, и посмотреть более детально, и рассмотреть, кто читер, кто нет. Ну что же, я уже написал Голдер в поиске, и давайте смотреть на этот мега-клан. Как мы видим, всего лишь 8 участников, и кто же в этом клане? Египетская сила, вот это да, вот это сброд, а еще киборгов обзывает сброд. Мы, ребят, посмотрите, просто шо попало, просто хэштег шо попало. Ну что ж, давайте посмотрим на этого чувака, у него тут самый новый ID. Так, нажимаем профиль и 0.43. А, это новый аккаунт, да. Скорее всего, вот этого чувака уже забанили за читы, и он создал себе новый аккаунт. Да, ребят, это 100%. Ну, посмотреть новый аккаунт, 20 часов, 100%. Давайте смотреть дальше. Это лидер клана, глава. Поехали. У него ID начинается на 6, то есть этому аккаунту, примерно пару месяцев. Поехали смотреть. И это Gold 2. Ну слушайте, вот этот парниша тоже не похож на читера. Ну или он очень хорошо маскируется. Тоже Gold 2, точно с АВМ 34%. Ну вроде бы самый обычный аккаунт, но я бы сказал бы новичок. Вот так, аккаунт новичка, Gold 2. Даже у меня Gold 3, тем не менее, Gold 3 у кента. Так, ну а сейчас будет самое интересное. Поехали смотреть. Новый аккаунт, опять смотрите, на 7.1. Значит, этот новый аккаунт, созданный недавно, значит, возможно, это тот самый читер. Поехали смотреть. Я прям ударился об стойку головой от того, насколько я офигел. Да, почти на это легенда. КД-636, общее время игры 35 часов. Ну, братанчик, придется тебе заново пуститься, потому что ты после этого видеоролика получишь бан. Нельзя играть с читами. Ребят, посмотри. КД-6.1, тут же КД-6.36, ясен пень, это читер. О, это как раз тот парень, про которого я вам показывал пруфы. Давайте посмотрим, что же интересненького мы сейчас увидим. Ребятки, небольшая интрига. Давайте закрываем глаза, и это мастер. Да ты что, КД-9.13, нифига себе, ты бьешь просто все рекорды. Ребята, этот парень бьет все рекорды. Любимое оружие АВМ. Ну да, кстати, я заметил, почти все читеры, у них любимое оружие АВМ. Потому что можно в читах такую штуку сделать, что АВМ будет стрелять просто как с пулемета. Так,
Поэтому любимое оружие этого читера ВМ — ясен пень. Ясен пень! После этого видеоролика его любимое оружие будет — это учебник по математике, потому что он уже не будет играть в стендов, потому что мы его забаним. Ребятки, конечно же, КД-913, а тут вообще 10-16. Просто ни стыда, ни совести. Вот таких, как он, надо банить навсегда. Ну а теперь давайте рассмотрим следующего участника этого мега-клана. Это скилл Киберспорт. Голд 4. Ну, сразу понятно, ребятки. Если звание выше, чем у меня, то это читер. Ха-ха, ладно, шучу. Просто это по факту читер, потому что новый созданный аккаунт. Всего лишь общее время в игре 50 часов. Голд 4. В клане читеров. Ну и КД 1.78, а тут-то 0.87. Скорее всего, вот этот чувак, он играет не с читами, его просто бустят. Ну, буститься тоже запрещено, поэтому, ну, поэтому имейте в виду. Поэтому, если ваш друг читер, а вы играете просто с ним, то нельзя играть так тоже, вы, вас тоже так могут забанить. Ну что же, следующий — это Zeus Standoff 2. Опять новый ID, опять время в игре 1.5 часа, и опять КД 4.67. Ребят, ну это реально клан читера, ну по факту. Опять новый создан аккаунт, и опять чувак читер. Разработчики, просто удаляем им клан. Давайте просто с вами договоримся, удаляем им клан. Пожалуйста, вот если вы смотрите мое видео. Ну или хотя бы перебаньте их всех, потому что, ну, ни стыда, ни совести. Вот таких людей, как они, надо банить навсегда. Они портят игру нормальным игрокам, вроде меня, вроде вас, вроде всех нас. Так, ну что же, опять новый созданный аккаунт. Да вы рофлите, 3 часа, КД 2.38. Ну, это просто жесткий рофл. Опять читеры, ребят, я в шоке. Тут, ну, я не знаю, тут одних читеров принимают в клан или как? А ну-ка, вот это, Нереми. Ну, пожалуйста, это старая идея, лишь бы ты не читер. Это старая идея, видите, на тройку начинается. Лишь бы не читер. Вот это вроде бы тоже не читер. Вот это вроде бы нормальная стата, нормальный игрок. И если я не ошибаюсь, то это тоже не читер. То есть из всего этого клана 2 нормальных чувака. А все остальных 6 это читеры. Их надо забанить. Ну и на такой хорошей, прекрасной ноте я предлагаю заканчивать данный видеоролик. Ребятки, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал Кента ПК и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха, всем удачи и всем пока!